عشق مزار ده دل آزار ده آر بازار ده ارزان ناموز ای تل میز خار الزد مکار تکرار و تکرار سرسان ناموز قلبموز لرگه ساخت سوز لرگه ناموزسیز لرگه یالغان ناموز تشلب کتلگن قدر تو کلگن Geçirgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussuzlarga yalgan mı namus, teşlep getirgeni, kadri tutilgeni, bugün geçirgeni iman mı namus. Брат, вы, походу, полные бездельники, да? А? Ты так думаешь? А то бы тут попросту не теряли бы время. Вы же прекрасно знаете, что я никак не связан с этими делами. Ты прав. Но ты меня не понимаешь. Понял, брат, понимаю. Хотите, чтобы я говорил? Но как мне говорить о том, чего я не знаю? А? Начальник, мы кое-что нашли. Правда? Зайдите, посмотрите. Тогда зайдем и посмотрим. Ну, что же там? Посмотрите на это. Мы нашли в кладовой. На нем есть следы крови. Правда? Быстро отправь этот телефон на экспертизу. Хорошо. Пусть исследуют следы крови и скорее скажут мне ответ. Я понял. Иди работать. Может, посидим и поговорим? Вы ведь знаете, кому принадлежит этот телефон? Брат, я не хожу и не ковыряюсь в кармане каждого, чтобы узнать, какой у них телефон. Лучше задайте нормальный вопрос. Хорошо. Тогда перейду к основному вопросу. Хорошо? Почему ты убил Талиба? Что? Не понял. Вы сейчас смеетесь надо мной? Я серьезно спрашиваю. Вы сами прекрасно знаете, что я не убил его. Тогда кто убил? Откуда мне знать, кто убил? Нет, братишка. Теперь тебе придется знать. В твоем кафе нашли телефон со следами крови. Может, это телефон покойного? Если это так, то ты за все ответишь. Что, раз кто-то умер, за все это я буду отвечать? Да, будешь отвечать. С кем он виделся, куда ушел, с кем ругался, с кем ссорился на работе, за все ты будешь отвечать. Потому что ты был рядом с ним. Брат, вы точно сейчас смеетесь надо мной? Нет, братишка, я не смеюсь над тобой. Вы же сами прекрасно знаете, кто убил. Даже лучше меня. Вы зря пришли ко мне и теряете и мое, и ваше время. Вот оно как. Да, так. Значит, и ты знаешь, кто это? Брат, что вы несете? Откуда мне знать? Вы надоели, задавая один и тот же вопрос. Тогда об остальном поговорим в участке. В участке? Да, в участке. Как вы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Стой, Шахло. Что? Почему ты так делаешь? А что я сделала? Почему ушла из дома? Хочу оставить вас одних с вашей счастливой семьей. Хватит язвить, Шахло. Сейчас же пойдешь домой. Нет, не пойду. Что это значит, не пойду? Где ты вообще ходишь? Я вчера звонил и твоему братишке, он сказал, что ты не приходила. Спасибо, что и братишку моего ввели в курс дела, спасибо. А что мне делать? Переживал? Вы что, издеваетесь надо мной? Оставьте меня в покое, я разведусь с вами.
Ты хоть думаешь, что несешь? Как это разведешься? Вот так. Просто разведусь. Хватит, шахло. Мы не дети. Оставьте меня в покое. Живите с радостью со своей любимой женой и с вашей дочерью. Понятно? Не хватало только разводиться на старости. Санам. Ассалам алейкум. Валикум ассалам. Что ты здесь делаешь? Я просто изучала список болезней. Этого не нужно было делать. Ты не переживай. Хорошо, ладно. А почему ты так рано пришла? Просто так. Ну ладно, я пошла. Буду у себя. Хорошо. Фархот! Фархот! Тетя, пожалуйста, не пугайте меня. Откройте глаза, тетя, пожалуйста, откройте глаза. Что случилось? Мама! Я мама! Не знаю. Потеряла что вообще сознание. Случилось? Сделайте что-нибудь. Почему она внезапно упала в обморок? Мама! Она выпила сок, который всегда пила. Мамочка, откройте глаза. Хорошо, ты звонила в скорую? Я уже звонила, они мама. Едут. Мама, откройте смотри, глаза. Чтобы она не умерла. Почему она умрет? Думай, что говоришь. Мамочка, мама. Тетя. Мама. Не пугайте нас, тетя. Мамочка, мама. Вы слышите меня? Откройте глаза. Мама, все хорошо? Это все твоих рук дело, да? О чем это вы? Не прикидывайся дурочкой. Ну, хорошо, мама. Что бы ни было, эта женщина ушла. Вы не рады этому? Что? Я тебе говорила заставить уйти эту женщину из дома, да? Кто тебе сказал, что я буду рада ее уходу? Да бросьте, мама. Скажите спасибо, что вы избавились от нее. Хилола, этот дом на самом деле той женщины... Нет, мама, этот дом папин. Правильно. Твой папа построил этот дом для той женщины. А для тебя со мной он и так дал свой дом. Вы называете ту двухкомнатную квартиру домом? Откройте глаза, мама. Рядом с этим домом наш дом курятник. Чего ты добиваешься на самом деле? Не очень много. Хочу жить спокойно с вами и с папой в этом доме. Ведь спокойствие ты сама же нарушила, дура. Зачем? Нет, мама. И дом, и папа. Все должны быть только моими. Он достаточно с ними уже прожил. А теперь он должен жить только с нами. Фархот, почему она потеряла сознание? Она пришла в себя. Что случилось? Пациентка отравлена. Отравлена? Да, так. От еды? Нет. Она еще ничего не ела, только выпила сок. Нет, это не отравление едой. Тогда какое отравление? Кажется, в сок добавили яд. Но не в большом количестве. Мы промыли ее желудок.
Можно не переживать, все будет хорошо. Доктор, все готово. Послушайте, выясните о яде, а то нам придется сообщить в полицию. Хорошо. Я не понимаю, Фархад. Кто может добавить яд в сок? Что вообще происходит? Алло. Алло. Гузай. Что такое, Фархотаке? Мамочка в порядке? Ты дома? Да, дома. Как состояние мамы? Хорошо. Я еду. Не уходи никуда. Хорошо. Открой, Тимур. Это я, Яшин. Я знаю, что ты дома. Началось. Я сказал, открой, Тимур. Эй, мерзавец, почему ты так сделал? Что я сделал? Ты о чем? Отпусти. Я убью тебя, мерзавец. Я ничего не понимаю, Яшин. Отпусти меня. Почему ты вмешиваешь нас в свой мусор? Чего ты хочешь? Хватит кричать. Я ничего не делал. Объясни нормально. Что вообще случилось? Я, по-твоему, дурак, да? Почему ты подбросил телефон Талиба в кафе Галиба? Говори, мерзавец! Кто такой Галиб? Яшин? Кто? Даю тебе 2 дня. Ты все должен исправить. Не то. Я сам убью тебя и сяду в тюрьму. Понял? Ассаламу алейкум. Как вы доехали? А где мама? С ней все хорошо? Все в порядке? Ты дошла до такого? А? Эй, я спрашиваю, ты дошла до такого? Что? А? Ты... Гузай? 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 Спасибо. Минавша, что ты здесь делаешь? Привет. Как вы? Хорошо. Вас не мучают? Нет. Почему меня должны мучить? Все в порядке? Вас забрали в наручниках. Вот я и подумала. Да ничего не случилось. Все в порядке. Ты почему не на работе? Что делаешь? Кто следит за работой? Я не могла там сидеть. Я переживала за вас. Не переживай за меня. Я в порядке. Иди и делай свою работу. И все. Ну, как же не переживать? Вы даже не успели позавтракать. Да нет. Поешьте это. Я вам принесла. Минавша, что ты делаешь? А? Ничего, принесла, переживая о вас. А, все хорошо, я в порядке. Главное, ты не паникуй. Продолжай работать. Я в порядке. Хорошо? Эй, прекрати! Ну, хватит! Посмотри на меня, не плачь, все хорошо.
Договорились? Не думай. Я испугалась. Сейчас не время думать обо мне и плакать, хорошо? Иди и следи за работой. А со мной ничего не будет. Все, не переживай, не бойся. Договорились? И это забери с собой. Брат, добро пожаловать. Возьмите. Спасибо. Как вы, невестка? Не скучаете? Вам не трудно? Да, справляемся, брат. Спасибо. Только вот тетя Хумаюна немного пугает нас. Хумаюн-джан, ты иди и поиграй в мяч. Потом поговорим, хорошо? Хорошо. Молодец. Вы не переживайте, невестка. Я вчера поговорил с некоторыми учениками. Дай бог, мы решим эту проблему. Дай бог. Спасибо вам. Пусть Аллах будет доволен. Спасибо. Наверное, это даже не дойдет до суда. По-моему, тут что-то нечисто. Неужели? Она не навещала, когда ваша дочь и ваш зять были живы, и сейчас кажется подозрительным, что она появилась. Я не знаю, почему вы так говорите. Вы мне дайте адрес дома Азизы. Я пойду и поговорю с ней. Узнал бы ее настоящую цель. Хорошо, хорошо, обязательно дам, брат. Спасибо вам. Хорошо, что вы есть. Пожалуйста. Живите долго. Вы общаетесь с Гульнорой? Да, утром мы разговаривали. Но не смогли поговорить нормально. Она была на работе. Еще не говорили о примирении с Алишером? Нет-нет, не говорили. Никак не находится время для этого. Помирили бы их скорее, и я бы немного успокоился. Да, и не говорите. Дай бог, чтобы они помирились. Да, Джанона. Она пришла в себя? Нет, я чуть позже приеду. Побудь с мамой. Хорошо. Все в порядке? С ней все хорошо? Говори же, я спрашиваю, как там Гузар? Нехорошо. Как можно было так ударить, Фархот? Эй, это не твое дело. Я спрашиваю тебя о состоянии Гузар. Как она? Все хорошо? Почему ты ее ударил в живот, Фархот? С Гузар все плохо? Разве можно бить женщину в живот, дурак? Эй, она себя хорошо чувствует? Плохо. У нее выкидыш. Ты дура? Какой ребенок? У нее давно был выкидыш. У нее не было выкидыша, Фархот. Я тоже так думала. Гузаль обманула тебя. У нее в животе был ребенок. А ты пнул ее и привел к выкидышу. Они оба умерли. Что? Оба? Да, были близнецы. Короче, ты убил двух детей, Фархот. Близнецы? Близнецы. Мои дети.
Что ты здесь делаешь? Я пришла навестить Голубаке. Иди на работу. Он сегодня ничего не ел. Эй, послушай меня. Он сейчас не в состоянии кушать твою еду. Ты сейчас иди и работай. Иди. Уходи! Уходите все! Гузаль, все, все. Успокойся. Пусть никто ко мне не приближается. Успокойся. Все, все, я сейчас убью вас всех. Не кричи. Все убью хорошо. Потом себя. Хорошо, ладно, хорошо. Уходите, успокойся. Уходите. Отпусти ножницы. Гузаль, не натвори глупостей. Нет, Гузаль, дай мне ножницы. Я убью себя. Не подходи. Пожалуйста, Гузаль, отойди. Успокойся. Дай мне я ножницы. Я убью себя. Гузаль. Все, Гузаль, успокойся. Эй, успокойся, говорю. Что здесь происходит? Постой. Гузаль. Алишер, помоги. Уходите. Все, все, Гузаль, все, уходите. Хорошо. Уходите, не попадайтесь все, на глаза. Отойдите, отойдите, пожалуйста. Вы лишили меня детей. Я все знаю, Гузаль. Я не спасла своих все, детей. Все, приди в себя. Что все мне будет теперь хорошо, делать? Гузаль. Мои дети умерли. Дай мне ножницы. Вы понимаете, нет, я не нет, хочу нет, жить. Не говори так, не говори так. Все в порядке. Нет, Гузаль, я убью не себя. Делай так. Не натвори глупости, пожалуйста. Если хоть шаг все, уступите, все, я убью хорошо. Себя. Все, клянусь. Все, все, тише. Не приближайтесь. Все. Не приближайтесь. Все, ну-ка дай мне ножницы. Что мне теперь делать? Гузаль. Как мне теперь жить? Гузаль, пожалуйста, отойдите. Дай мне эти ножницы. Все. Дай в чем мне вина ножницы, моих пожалуйста. Детей? Что мне теперь делать? Гузаль, все, все, пожалуйста, дай. Все будет хорошо, пожалуйста, Гузаль. Я обещаю тебе, обещаю. В чем вина моих хорошо, детей? Хорошо, хорошо. Все, успокойся. Гузаль. Дети. Мои дети. Дети. Мои дети. Я не смогла спасти их. Простите меня, мои дети. Как мне теперь жить на этом свете? Что мне теперь делать? Дети. Мои дети. Мои дети не умерли. Нет, они живы. Они живы. Они живы. Гузаль. Нет, они живы. Гузаль. Слышите, они живы. Они живы. Они не умерли. Они живы. Гузаль. Мои дети живы. Да, они живы. Мои дети, где? Где мои дети? Что ты наделал, Фархот? Ты убийца. Убийца. Ты убийца, Фархот! Убийца! Ты убийца, мерзавец. Пусть Аллах покарает тебя. Убийца! Пусть Аллах покарает тебя! Ты купишь мне билет? Какой билет? Куда? Я хочу уехать за границу. Какую еще за границу, сестра? Не знаю, без разницы. Поможешь или нет? Нет, подождите, сестра. Так не пойдет. Вы сейчас мне все расскажете. Или вы поругались зятем? Я развожусь с твоим зятем. Что? Сестра, пожалуйста, не ведите себя как ребенок. Я говорю серьезно. По какой причине разводитесь? У твоего зятя есть другая жена. Другая жена? Да, и дочка. Вы, случаем, не про ту девочку? Нет. Я говорю о матери той девочки. Сестра, пожалуйста, объясните нормально. Я ничего не понимаю. Что тут не понимать?
Та девушка не любовница твоего зятя, а дочка. Сейчас они у нас дома, живут с нами. Что? Зять их привел домой? Нет, я привела. Вы почему привели? И что вообще происходит, сестра? Потом расскажу. Ты мне реши с билетом и точка. Сестра, вы нашли того мерзавца? Да, нашел. И что он сказал? Не признался мерзавец. Но ты не переживай, я сам все решу. Брат, как вы решите, если он не признается? Если не признается, убьем. Ты не думай об этом. Я не позволю тебе сесть в тюрьму. Я верю вам, зять. Он же не дурак. Прекрасно знает, что делает. Наверное, он сам удивлен сегодняшней ситуации. Я тогда поговорю с Анвар-Аке. Да нет толку разговаривать с этим человеком. Он и вас, и меня, и всю нашу семью ненавидит. Наоборот, он будет рад, если я сяду на всю жизнь. Ты ошибаешься, братишка. Когда дело касается работы, он не вмешивает личное. Я поговорю с ним, а потом посмотрим. А сестра не узнала? Пока не говорил. Правильно поступили. Пусть лучше не знает. Если узнает, будет переживать обо мне. Не переживай. Дай бог, мы тебя вытащим до того, как узнает твоя сестра. Не думай. Тетя, как вы? Нигде не болит? Нет, я в порядке. Я очень испугалась. Если бы с вами что-то случилось, я бы всю жизнь не смогла простить себя за то, что согласилась на это. Я же говорила тебе, что ничего не будет. Да, слава богу. Где Фархот? Услышав, что вы были отравлены, он убежал. Еще не вернулся. Наверное, избивает ту Мегеру. Когда я ему звонила, у него не было настроения. Надеюсь, он ее не убьет. Не умрет. Эта мерзавка уже привыкла к побоям. Не понимаю Фархода. Бьет свою жену, но как тряпка даже не дает ей уйти. Ну да. Простите, нечаянно сказала. Думай, о чем говоришь. Кем бы он ни был, он мой сын. Поняла? Простите, тетя. Если еще раз я услышу от тебя такое, ты получишь у меня. Хорошо, не обижайтесь. Я же не специально. Дай мне мой телефон. Я позвоню Фарходу. Сейчас. Брат, помощь нужна? Уйди! Успокойтесь, брат! Я сказал, уходи! Что вы несете? Мы спросили, нужна ли помощь. Я сказал тебе, уйди! Вот тебе! Все, пошли! Пошли, пошли! Наконец-то мы дошли до момента, которого ты ждал. Вот тебе комната допроса. И я перед тобой, ну...
Теперь говори. Вы мне надоели, брат. Мне уже вам нечего сказать. Что, ты просто хочешь сесть в тюрьму? Почему я должен сесть? Я же не сделал ничего, чтобы меня арестовали. Но доказательства говорят о другом. Какие доказательства? Если вы арестовали меня просто из-за телефона, который вышел из подвала моего кафе, то я не знаю, брат, я не пойму. Поэтому говори все, что знаешь. Давай закроем быстрее это дело. Мне тоже это надоело. Не знаю, брат, я ничего не знаю. Я и в первый день вам это сказал. В тот первый день ты мне сказал, что не знаешь Тимура. Но, к сожалению, на ходе исследования вы оказались знакомы. Ну, что ты на это скажешь? Почему ты убил Талиба? Брат, вы смеетесь надо мной? Нет, я тебе задаю точный и ясный вопрос. Я не убивал его. И вам точно и ясно. Вот оно как. Да, так. Значит, не убивал. Нет. Этот кошелек твой? Внутри вышли фотографии твоего отца. Ну? Да, мой, но это... Мы нашли этот кошелек в мешке с трупами. Что ты на это скажешь? Господи, ну почему ты снова плачешь? Алишер до сих пор любит Гузаль. И что, из-за этого нужно плакать? Не знаю. Хочу плакать. Боже мой, я знаю, беременная женщина становится плаксивой, но я не верила. Алишер никогда не сможет быть моим. Ну что ты несешь? У Гузаль ведь есть муж. Она никак не может угрожать нам. Нужно думать о Санам. Она тоже с утра до вечера кружится возле Алишераке. И что с того? Мы должны воспользоваться этим. Как? Я уже давно думаю о способе избавиться от Санам. А ты вместо того, чтобы помочь, только и плачешь. Ну, и что ты придумала? Еще не додумала. Но если сработает, то мы за раз от нее избавимся, вот увидишь. Но хватит уже плакать. Что я только не сделала, чтобы избавиться от этой невестки? Тетя, вами должны восхищаться. Я удивилась, что вы без страха выпили яд. Эх, на что ты только не готова ради своего сына. Кстати, Фархот не поднял трубку? По-моему, еще нет. Я переживаю за это. Я лучше съезжу домой, тетя. Подожди. Я тоже тогда вместе с тобой поеду. Нет, тетя. Вам сказали лежать хотя бы один день. Я съезжу, узнаю обстоятельства и вернусь. Тогда, когда едешь, позвони мне. Скажи, что случилось. Хорошо. Почему остановился? Бей. А? Я достоин худшего. Смотри, что я наделал. Что я натворил, пытаясь добиться любви. Ты тогда был прав. Я мерзавец. Я стал убийцей собственных детей. Ха. Алишер, скажи, как теперь мне простить себя?
Доченька, как ты? Как твое самочувствие? Послушай меня. Почему ты молчишь? Доченька моя, ты слышишь меня? Фархот? Гузаль, вы дома? Фархот? Фархот? Ну, поднимите трубку. Алло. Алло, тетя? Слушаю. Что такое, Джанона? Не знаю, тетя, все очень плохо. Что случилось? Почему паникуешь? Все в порядке? Ну как же не паниковать? Я пришла, а дверь открыта. Ну? Захожу, а тут везде кровь. Что? И Фархода, и Гузаль дома нет. Почему? Что вообще случилось? Почему кровь? Послушай меня, сейчас успокойся и вытри весь пол, поняла меня? Я тоже сейчас подъеду. Ты поняла? Хорошо, тетя. Только, пожалуйста, приезжайте скорее. Хорошо, запри дверь. Вы что, хотите мне купить цветы? Угу. И что с того? Куплю. Тогда что вы ждете? Выбирай. Почему я должна выбирать? Ведь цветы вы хотите подарить мне. Да, подарю. Вот вы сами и выбирайте. Лучше выбери ты. Тут все красивые. Я же не знаю, какие цветы тебе нравятся. Ну что вы за парень, раз не знаете, какие цветы нравятся вашей возлюбленной. Ну хорошо. Я научу вас. Хорошо. Красные розы. Вон те розы. Красный цвет означает любовь. Да? Ладно, купим их. Заходите, брат. Какие цветы нужны? А? Нет-нет, спасибо. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Емахсуджон, как вы? Ассалам алейкум. Все нормально? Как вы? Ассалам алейкум, сестра, как вы? Хорошо? А где Галиб? Гуалапаке недавно вышел. Когда? Куда ушел? Не знаю, не сказал. Он еще не вернется. Ничего не сказал. А кафе не работает? Нет, сегодня не работает. Что тут делают сотрудники милиции? А, они пришли поесть. Как покушать? Кафе же не работает. Я сказала им, что не работает, но они попросили. И я не смогла отказать. Все в порядке? Странно себя ведешь. Да, все в порядке. Почему нервничаешь? Совершил убийство? Пока подозревается. Неужели? Не может быть. Ты как позвонила это такое ему? Возможно? Нет доказательств, которые его спасут. Все против него. Да у него не работает телефон. Он точно совершил преступление. Телефон выключен. В этом нет необходимости. Почему, сестра? Ваш брат оказывается в тюрьме. Как вы его хотите женить? Что? Что вы несете? Вы шутите? Тут не о чем шутить. Я никогда не выдам свою дочь за убийцу. Понятно? Ой,
Я не поняла. Ну ладно, Махсуджон, спасибо вам. Ладно, ой, пожалуйста. Стойте, куда вы ходите? Они в своем уме? Стойте, я говорю. О чем вы говорите? Ты теперь доволен? Убив своего собственного ребенка, мерзавец. Да, Тимур. Вы его знаете? Вы избавились, мама. Избавились от своей невестки. Вы смеялись надо мной и моей мамой. Фархот. Пожалуйста, Джанон. Я сказал тебе выйти. Ты ведешь себя, будто чужая. Ты не даешь мне шанс. Я убью вас. Tökülgen, bugün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, taşlep ketilgen ey kadri tökülgen.